Какого черта ты критикуешь других рандомных челов, не посмотрев критику на себя, а мастеров? Не посмотрев критику на себя, смотри, вот так берешь, заходишь. На меня критика только есть одна, и она такая необоснованная. Смотри, какого черта, ну типа хочу критику, о чем мне будет? Какого черта, ну типа хочу критику, о чем мне будет? Всем шалом, дамы и господа, мы на канале Феликс Эбру. За все время канал не встречал настолько лицемерных и подлых противников собственного разума. Как у нас было, мало кто освещал конфликт меня и того, на кого я сделал видео, с непосредственно со мной. Поэтому я с вероятностью 99,9% уверен, что он не сделает обзор на меня на своем видео. Он может снимать на школьников, на каких-то рандомных чуваков, но на меня, то есть на того, кто, в принципе, осмелился сделать на него критику, он вряд ли когда-либо заснимет какое-то видео, ответку на меня. Ну, даже если он это сделает, если вот у нас получится магия, и он такие-то сделает. Разумеется, придут ставить дизлайки, ну, это понятное дело, это как же без них, в принципе, да. Придут ставить дизлайки. Овощи, которые даже не могут воспринимать критику собственного кумира, потому что кумир для них это вот все. Так скажем, видео, которое в принципе будет ознакомительно, чтобы вы знали, что с таким каналом сталкиваться нельзя, потому что это действительно очень лицемерный чувак. И, в общем-то, годная часть 9, добро пожаловать. А, к черту его условности, зачем так монотонно? Лицемерие этого канала в буквальном смысле вытекает как сок. Столько лицемерных и подлых противников собственного разума. И у меня есть только одно видео, которое хоть как-то меня трогает. Перед вами сейчас человек, у которого 12,5 тысяч аудитории, врет в прямом эфире. Одно видео, которое хоть как-то меня трогает. Я ему кидаю ссылку на свой видос с критикой, на что мне отвечает: не пиарь свой видос, мне вообще все равно. Дальше всячески провоцирую его на видос. На что получаю ответ в том, что ему, в принципе-то, и не интересно. У меня не было никакой, типа, нормальной критики в мой адрес, чтобы я к чему-то мог прислушиваться. Чему прислушиваться? Когда кидаю тебе видео с критикой, ты их игнорируешь. Одно видео, которое хоть как-то меня трогает. Но если вы подумали, что это он про мое видео, нет. Вот. И типа, настолько тупой, 2017 год. Самый хороший год в моей карьере, как это странно звучит. Я добился 11 тысяч человек на канале. Добился с помощью реакций GTA 5 Online и CSGO. Я поднялся за счет реакций GTA 5, реакций... У чувака реакция 2,7 тысяч просмотров, а следующее видео уже 17. И подобного на его канале куча. Сколько ты зарабатываешь? Ну, если учесть, что, типа, на стримах за 2 дня мне задонатили 8,5 тысяч рублей, то... Easy, easy, real talk, think about this, man. Нравится не выходить из дома. Я посмотрела всю «Игру престолов», все сезоны. Обновляю ленту, нам это знакомо. Интроверту время выходить из комы. Выбираю самый модный лук. У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст. Да просто так, по фану, типа, опять же, я все по фану делал. То тупо все, что первое пришло в голову, то придумал. Йо, если ты делаешь для себя, так не выкладывай никуда. Зачем ты это выкладываешь в публичный доступ? Возьмите даже одну локацию, комнату. Комнату! Йоу-йоу, Феликс Лох. Не умею снимать диссы. Ха. Ну чё, погнали? Прихожу домой, получил 2. Расскажу всем друзьям, что учусь отлично. Включаю комп, запускаю видос. Настраиваю камеру, готов видос. А, стоп. Ещё мои слова. Всем привет, друзья!
дамы и господа, с вами снова я, Никита229, классный видос, офигенный монтаж, классно, класс, ажиотаж, ажиотаж, я все популярнее, ребята, это класс, у нас уже 7к, ребята, как же я рад, ставьте лайки, подписку на канал, обожаю собственный легкий контент, это Easy Money, бро, это Easy Brand, деньги идут с реакции опять. Слава богу, что я больше не снимаю GTA 5. Нахер все другое, нахер креатив. Я уже практически весь поезд захватил. Какой-то Феликс Эбру, хочет со мной биф. Не скажу ничего, понятно, что это слив. Эй, вы тупые, не умеете снимать диссы, я засниму в комнате, не понимая смысла. Эй, эй, я жарю на тебе омлет. Ну, вообще-то мне уже 14 лет. Я популярен, стримы веду. А еще Ларин, мой лучший друг. Если не смешно шучу, напишу в начале. Как же охеренно. Это Easy Money, бро. Эй, ебой. Феликс лох, грибаный. Я тебе не отвечу, донать хоть миллиарды рублей. А, лох. Я лучше всех, реакции the best.